Всем привет, дорогие рукодельницы! Сегодня будет очередное кулинарное видео, и я покажу, как сделать очаровательные, вкусные сырные кексы за пару минут. Для приготовления можно использовать все ингредиенты, которые вы найдете у себя в холодильнике. Я предварительно натерла сыр на терке и выкладываю его в глубокую миску для того, чтобы было легче перемешивать. Добавляем одно яйцо. Еще понадобится сметана или кефир. Я буду использовать и то, и другое. Я добавила 3 столовые ложки сметаны. Количество ингредиентов будет зависеть от того, сколько вы будете использовать сыра. И еще, чтобы смесь получилась не такой густой, я разбавлю его кефиром. Все нужно хорошенько и быстро перемешать до однородной массы. Попробуйте сделать такой рецепт, ведь эти кексы получаются нежирными и очень вкусными. Для вкуса нужно добавить различную зелень, я возьму петрушку, укроп и зеленый лук. Аромат от этой зелени просто потрясающий, сразу напоминает лето и получается действительно вкусно и свежо. И понадобится вот столько зелени, можно взять как больше, так и меньше, либо вообще ее не использовать. Добавляю всю зелень в тесто. И нужно также перемешать. В тесто нужно добавить немного растительного масла, примерно 1 столовую ложку. Далее постепенно я добавляю 3 столовые ложки муки. Сахар, специи и соль по вкусу. Соли добавляйте совсем немного, так как сыр и так уже соленый. И снова мы все перемешиваем. И я забыла добавить разрыхлитель. Добавляю примерно половину чайной ложки. И вот такое быстрое и простое тесто получается. Я буду выпекать в обычных формочках для кексов. Затем постепенно нужно распределить массу. У меня получилось на один кекс примерно 1,5-2 столовые ложки. И вообще из этой массы у меня вышло 8 кексов. Далее выпекаем наши кексы в духовке примерно 30 минут. И спустя время получаются очень вкусные, пышные кексы, которые можно сделать на завтрак или использовать в качестве перекуса. Попробуйте приготовить, ведь они получаются вкусные, сочные и делаются быстро. Всем желаю приятного аппетита, до новых встреч, всем пока-пока, увидимся в новых видео.